Студенты Павлодарского колледжа информационных технологий разработали 3D-сайт и модель Солнечной системы, которые представят на мировом конкурсе космических приложений NASA Space Apps Challenge 2024. Из почти 9000 команд по всему миру жюри отобрало 940, две из Казахстана. На конкурс также собираются и студенты из Назарбаев университета. Чертежи, расчеты, схемы. Создать модель Солнечной системы и разработать 3D-сайт – это не просто идеи, говорят авторы проекта. Это возможность подробно изучить планеты и исследовать астрономические объекты. Мы создали с нуля с модели каждой планеты и очень детально. Также добавили туда трим фоток с Марса в реальном времени. То есть мы берем фотки с марсохода, которые отправляются на компьютеры НАСА, и с помощью API НАСА берем их и транслируем нашу программу. У каждого своя задача. У Романа Устименко – нарисовать небесные тела и показать структуру Солнечной системы. У Игоря – загрузить информацию на веб-сайт. Мы хотели как-то совместить это, то есть и NASA Space Earth Challenge, и хотели как-то дальше его продолжить, этот проект. И поэтому решили сделать прям полноценную 3D и с моделями отрисованными, чтобы это было все максимально красиво и максимально правильно. И получается, моя задача была это отрисовка 3D-моделей, отрисовка правильного местоположения получается, моделей. Благодаря нашему веб-сайту можно получить информацию о планетах, об их траектории движения, их особенностей. Например, на Марсе, многие не знают, есть гора Олимп. Это единственная гора в космосе. Я считаю, что наше приложение очень будет полезно для образование. Задачи у членов команды разные, цель одна – разработать проект, который приведет их к успеху. Ребятам удалось войти в число претендентов на победу, считает преподаватель колледжа информационных технологий Светлана Олейник. Этот проект, он уже не первый год проходит, организована NASA Challenge Hackathon. И вот в этом году наши ребята увидели чисто случайно в Инстаграме, и ребята выиграли 300 тысяч тенге, их поощрили спонсоры этого мероприятия, и у них был самый лучший проект. Проект номинантов ожидает судейство команды экспертов НАСА и космических агентств-партнеров. Финалистов конкурса определят 19 ноября. Райхан Тажибаева, Карлыгаш Хасиетова, Даулет Кушкарбаев, Марат Игликов, Павлодар, 24 КИЗ.